Новый полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов вручил благодарственное письмо главы государства губернатору Курганской области Алексею Кокорину. Церемония состоялась в рамках рабочей встречи полпреда с главами регионов, входящих в УРФО. В ходе встречи Николай Цуканов подчеркнул, что Уральский округ – это индустриальное сердце России. Но главное, здесь сконцентрирован огромный интеллектуальный и духовный потенциал. Алексей Кокорин указал, что Курганская область планомерно увеличивает собственные доходы бюджета. Основной приоритет региона – повышение инвестиционной привлекательности и выполнение указов и поручений президента, направленных на повышение уровня жизни россиян. После мероприятия новый полпред провел индивидуальную встречу с курганским губернатором. Темой диалога стала социально-экономическая ситуация в Зауралье.